Более 2000 квадратных метров трубы электросварочного цеха превратились в произведение искусства. Работа состоит из двух частей. Одна написана 45 лет назад, называется «Стой, иди». А вторая – «Амбар в Нормандии», выполнена в 2010 году. Художник Эрик Булатов соединил их не случайно. Для него просто важно вот это сочетание статики и динамики. И, по его мнению, это сочетание в обоих его работах, оно присутствует. И он еще как бы усиливает эффект от этого, да, их соединяя в одном пространстве. Открытие мурала на территории Выксунского металлургического завода приурочено к десятилетию фестиваля «Арт-Овраг». Работа создавалась всего лишь 20 дней. Однако этому предшествовала большая подготовительная работа. Посмотреть на результат Эрик Булатов приехал лично. Я благодарен чрезвычайно тем людям, которые работали над тем, чтобы перенести мои картины на стену. На территории завода уже 3 арт-объекта. Каждый год здесь, в рамках фестиваля «Арт-Овраг», будут появляться новые работы. Дарья Кульбакина, «Время новостей».